Сервис инструментов All-in-One Profits порадовал нас еще одним инструментом. Давайте я вам покажу, что это такое, и расскажу, зачем это нам нужно. Итак, платформа для бесплатного обмена видеорекламой. Такой, знаете, видеохостинг. Вот не секрет то, что когда вы смотрите видео, допустим, с того же канала YouTube, возможно, у вас это видео на вашей страничке, на вашей воронке, да, в конце видео здесь появляется. Давайте я вам пример покажу. Вот вы смотрите какое-то видео, да, если остановили, или в конце видео, то появляется какая-то реклама. Вот вы видите, я остановила видео, это может быть у вас какая-то воронка, и реклама отвлекает ваших потенциальных клиентов и партнеров. То есть может быть даже, что она будет прерывать ваше видео, и вы теряете продажи, вы теряете подписчиков. И поэтому нужна чистая, простая платформа для демонстрации вашего бизнеса, ну или, возможно, для демонстрации вашего хобби. И вот компания IOP, она, то есть All-in-One Profits, компания IOP, она вас услышала, нас услышала, и теперь вот у нас есть такая видеоплатформа. Здесь никаких объявлений, никаких надоедливых перерывов не будет. Вы можете все настроить под себя. Вот все ваши видео, ваш бизнес, ваши хобби, все это вы можете загружать на эту платформу. И IOP никогда не размещает никаких объявлений на видео. Никогда не будет проигрываться автоматически следующее видео после ваших. Не уводит на похожие видео, на другого человека или на бренда. Вот как здесь, да, бывает. Вернее, вот здесь вот как бывает. Смотрите, и сюда можно уйти, и вот сюда можно уйти. И вот здесь показались какие-то видео. И если я до конца еще докручу в конце, да? Зарабатывать. Вот, смотрите. Но у меня здесь настроено, что мои только показывают. Если кто-то будет другой смотреть, будет, возможно, показывать, ну, другие конкурентов моих видео. И вот на этом моменте я теряю, вы теряете своих потенциальных кандидатов. Так вот, с этой видеоплатформой ваши видео никогда не будут связаны случайно с другими видео. Вот вы видите, вот я загрузила сейчас на свою страничку видео с этой нашей платформы. Вот. Это очень удобно. И давайте я покажу, что же здесь есть. Итак, вот вы заходите через кабинет IOP или можно просто по ссылочке. Вот прямая ссылка, вот так вот она выглядит, IOP-video.com. Вот. И здесь мой аккаунт. Вы сразу же можете все перевести на русский язык. Здесь автоматически подтягивается из кабинета IOP ваше имя, фамилия, ваш e-mail, ваш сайт можете прописать и о себе написать. Потом здесь у вас мои видео. Вот у меня пока одно видео здесь. Можете загрузить видео. Видео загружается максимальный размер 97 мегабайт. И это видео не должно нарушать никаких авторских прав. Это тоже очень важно. Дальше. Можете создавать плейлисты, избранные посмотреть потом или какие-то свои плейлисты. Ну, здесь личные настройки у вас есть. Уведомлять на e-mail, чтобы кто-то посмотрел. Потом можно на кого-то подписаться или на вас могут подписаться. Можно писать друг другу здесь сообщения. Вот, или вам напишут, или кого-то, участника какого-то выбираете, пишите сообщение. Ну, давайте посмотрим. Вот мои видео.
мои видео, я могу вот так вот его посмотреть. Здесь, кстати, если кто-то, вот я, допустим, ссылку прямо даю на этот портал, на это видео. Если кто-то нажмет вот сюда, то автоматически он перейдет в кабинет. И вот если зарегистрироваться, то будет уже подо мной регистрация. То есть мое видео, регистрация подо мной. Да? Моя ссылка, мое видео, регистрация подо мной, если я дала эту ссылку. Если вы дадите эту ссылку, то уже будет регистрация под вами. Вот, вот здесь мне даже уже кто-то написал, где кнопка. Я вот написала, вот ссылочка в описании. И что мы можем с этим видео сделать? Во-первых, вы можете его настроить, ну, вот, поделиться. Смотрите, вы можете поделиться во ВКонтакте, Facebook, Twitter, WhatsApp и здесь еще какие-то другие соцсети. Я не буду пока их разбирать. Потом можно скопировать и вставить ваш веб-сайт. Вот, можно скопировать и вставить веб-сайт, чтобы сразу же шел автопроигрывание. Вот, но здесь говорится о том, что Firefox и Google Chrome запретил автоплей, поэтому в Яндексе автоплей идет. Все здорово, все хорошо. Потом, ну, давайте я вот сейчас, допустим, во ВКонтакте сделаю. Отправлю друзьям, подписчикам. Здесь можно что-то написать, свою ссылочку вверху прикрепить и нажать «Отправить». Вот это мой ВКонтакте такой аккаунт дополнительный. Мы посмотрим. Вот вы видите, что поделилась только что ссылкой. Сейчас, минутку. Вот. И когда мы на эту ссылку нажимаем, то оно открывается в другом окне. Вот видите, такое вот видео. Вы его просматриваете. Так, что еще вам рассказать? Когда вы... Вот у меня 207 просмотров, но я еще никому не показывала это. Здесь можете других людей посмотреть. Дальше видео. Нет, давайте мы посмотрим мой аккаунт, мои видео и изменить видео. Вот здесь у вас есть настройки, то есть вы пишете теги, название, описание видео. Есть дополнительные настройки. И вы видите, что можно запретить встраивание, вот, и нельзя будет разместить на другом сайте. Для участников, то есть только те люди, которые авторизовались вот здесь, вот, то есть те люди, которые участники IOP. Вот, личное будет доступно только по ссылке. Вот, и вот здесь можно свою ссылочку прописать. И нельзя комментарии. То есть видео будет, можно и встроить, и смотреть здесь, но нельзя делать комментарии. Ну вот такой я вам сделала видеообзор. Мне кажется, довольно-таки интересно. И плюс то, что вы прекратите терять своих потенциальных клиентов и партнеров. Да, еще что важно. Вот не будут ваши потенциальные клиенты, партнеры отвлекаться, вы с помощью этих видеороликов сможете добраться до более широкой такой аудитории. Потом видеофайлы автоматически конвертируются в формат HTML5. Видео – это вот такой последний формат, ну, такой современный, да, и совместимо с Android, с айфонами, с мобильными устройствами, работает на всех основных браузерах. Вот этот HTML5 файлы, да,
они очень быстро реагируют на изменения и сделают вашу страничку легче. То есть не будет видео загружаться полчаса. Это тоже очень важно. Ну, не полчаса, да, но важно даже секунды. Вот. Если быстрее видео загружается, то это очень важно, что ваши потенциальные клиенты, кандидаты не уйдут с вашей страницы. Поэтому, друзья, используйте больше видео, продавайте больше товаров, развивайте свой бизнес с помощью видеоплатформы IOP. Превратите зрителей в абонентов, клиентов, покупателей. Создавайте эффективную стратегию видеомаркетинга, потому что вы здесь можете не одно видео разместить. Насколько я знаю, можно 15 видео разместить. Это вполне хватит для видеомаркетинга, для какой-то стратегии, да? Добавляйте эти видеоролики в свою маркетинговую стратегию, в социальные сети, презентуйте себя, привлекайте аудиторию, и ваша аудитория будет всегда с вами, она не будет отвлекаться, и таким образом вы достучитесь до большего количества людей.